какой процент схожести у вас по персикам? В этом году у меня из 8-0. Жду, конечно, на следующий год. А если попробовать метод Чернобаева осенью на глубину пальца, а как зайдет на холме и откопать до шейки, можно, что скажете? Можно. Другое дело, что получится, что не получится, не знаю. Вот это самая капризная вещь на свете. Иногда, мне кажется, не от нас зависит, а никакие технологии, никакое, как называется это, никакая сертификация не помогает. Пока с неба не будет команды, не взойдут. Вот. Вот и все. Вот так, как мог, ответил. Точнее, не ответил. Остаются те же варианты. Под зиму. Вот. Ну, сейчас это, 200 косточек мои родственники посадили. Посмотрим, что вырастет. Прошлогодняя скорость была плохая. Представьте, весна пришла, ни одного дождя с неба. Уверен, зашли бы все или почти все. И вдруг бах, ни одного дождя. Поливаешь эту артезианскую воду, толку ноль. Вот, так что можете меня это камень кинуть. Так. Кажется, все. Кажется, больше никто ничего не пишет. Так, друзья, смотрите. Народу все меньше. Я уже несколько раз думал, не закончить ли. Ведь заметили, я очень много повторяться начал. Конечно, вот такие супер уникальные урожаи, их надо постоянно. Ну, взбадривать людей, чтобы у них такие же были. Ведь урожай был супер не только у этих манжурцев. Фотографии показывал, фильмы показывал. Предельные урожаи у Королевского, у Фаины, у всех, у всех, у всех, у всех, у всех, у всех. Вот. А то кто поверит, если я не буду повторять из года в год. Я же каждый год отчитываюсь перед вами. Понимаете? Продолжать. А потом все это будет разделено на части. Что потом получится? Ну, примерно следующее. Потом покажу уже вам. Наше время не истекло. Вот. Потом, значит, вы попали на мой канал. Видите, это тот же вебинар про прошлый. Так. Давайте смотреть. Это был вебинар 203. Позвольте представиться. Меня зовут Валерий Константинович, фамилия моя Железов. Я хочу, чтобы у вас не опустили труды, чтобы в таких садов было 368 просмотров. Тут за рядом есть мало просмотров, 29 просмотров. Чем ориентируются те, кто открывает или не открывает, понять не могу. Но все-таки сейчас 25, так. Дальше через неделю будет нас 250. Ну, тут по основном смотрят записи. Потом добавятся, самые ценные вопросы, добавятся еще 300-400. Вот. Потом Троценко переправит это в YouTube. Ой, нет, уже не в YouTube. Уже в Яндекс. В Яндекс.Дзен. Вот. Там бывает мало просмотров. 10-100 тысяч. Бывает и полмиллиона, но крайне редко. И вот ради этих полмиллиона, чтобы хоть что-то люди увидели в нашей России, пусть отдельные такие случаи, может быть, стоит продолжать. Ну, а дальше зима. Зимой всегда народ смотрит гораздо лучше. Но это надо полностью, чтобы закончили садами, полностью перебрались на диван, открыли кто пиво, кто чай. Вот, и тогда нас станет больше. А может, уже не станет никогда. Вот, есть такое выражение, когда стреляют пушки, музы молчат. Садоводство – это наша муза. Садоводство – это волшебство. Это что-то невероятное. Почему? Каждый из нас может стать волшебником. Это так легко и просто. Конечно, обидно, когда из 8 косточек не взошла ни одна. Это обидно. Но у других-то, помните, сколько раз я рассказывал? Все сходит, сходит, сходит. Вот есть такие волшебники. Я уже неудобно их фамилии повторять. Ведь меня все обижают. Вот. Алексейка, это самое, вырастил из моего материала шелковицы.
Вот, Людмила из Калининграда. 130-граммовые абрикосы из моих черенков. Тоже не надо что, обижаться на нее. Я уже так шутя, как обижаю. Вот. Я смотрю на персики у Олега Олеговича Мезенова. Да я не мечтаю об этом. Одна рада, что от моих черенков дело пошло. Вот. А козел? Ой-ой-ой. А на Дальнем Востоке есть вот целые сады из абрикосов. Я их вернул. Абрикосы на историческую родину. Это прекрасно живут. Прекрасно. Челябинске. То, что я поделился с этим, с Владенковым, у него получились такие шедевры, что я, когда он говорит это железо, я сам не верю уже. Такие шедевры. Вот. А Макаров 70 грамм, все это самое. Серафима. Не одно, а все такие. Да как так? Они должны быть 30 грамм. Что, мне на Макарова обижаться? Вот. А еще таких примеров десятки. Целая папка. Оказывается, я что-то не дорабатывал. Не могу я все ухватить. Откуда мне взять уже яблоню эту, когда я посадить некуда? Тоже яблоню за ириской. Вот. Но так получилось, что по этой папке. Но человек пишет, косточки вырастил, порастил, и у него получились плоды, сливы, венгерки, 50 грамм, и фотографии. Что ты будешь делать? Невероятно. У него и персики, 50 грамм, и человек присылает, там 100 грамм, а другой 150 грамм. Это все зафиксировано. А у этого самого на Сахалине 220 грамм. Почему мои 50-граммовые стали в 4 раза больше? Да это у них в природе заложено. Наука, семечки поколение за поколением. А они вместо того, чтобы вот становились меньше, меньше, меньше. Возвращаем их качество. Как? Да удачная прививка и все. Ребята, становитесь волшебниками. Любой из вас. Любой новичок через 5 лет, я только выписал. Знаете-ка, у меня были такие случаи, редко. Мне всех абрикосов, а там 27 там у меня этих видов, не видов, а этих сортообразцов, всех по 10, вот уже 200. Если половина взойдет, это тоже лучший сад на всю область, любую. Липецкая или там Тверская, сразу автоматом лучший сад. Через 5 лет. А вот ведь тишина. А вокруг мертвые стоят, как в этом самых, в том кино. Имеется в виду миллионы мертвых деревьев. Везде и всюду. И полная безнадега, полная. Вот. Садоводство умирает. А еще и дети, внуки. Ай, ладно. Опять на грустной ноте заканчиваю. Кстати, видите вот эти фотографии? Температура воды в Енисее. Смотрите. Вот это лед на Енисее. Это не замерзающий Енисей, но температура около нуля. Вот это к тому, что не так, что он нас и греет. Вот. Не так, что он нас и греет, понимаете? Видели? Вот и наш клуб моржей. Все, друзья, давайте заканчивать. Я никого не призываю. Выписывайте косточки. Черенки я тем более не призываю. Вот. И так все деревья изувечены. Сколько выпишут, столько выпишут. А косточки надо, иначе у вас садов не будет. Вот. Это оптимистическая нота. Выпишите косточки, ведь они есть. И будут сады. Давайте я заканчиваю. До свидания. Установить трансляцию. Вот. Ну, не прощай.